является Исааки Холодец. У него был сын Гавриэль, ювелир, от которого и пошла фамилия Гавриэлова. Его внук Йосеф является отцом нашего прадеда Джарабая. У прадедушки Джарабая и бабушки Ривки было 5 детей, старшим из которых был наш дед Иуда. С другой стороны, по бабушке, мы являемся внуками Исроэля и Руни и Эстер Ширин. И все мы потомки Энхоси Кхвопыла. Лето, год 1937, 18 июля. В семье Иуды Блор родился сын Илья. Несмотря на то, что это был 5 ребенок, он был долгожданным. В семье уже было 4 детей. Сестра Тамара, Мазай, Михан и брат Микель. Это был любимчик и баловень семьи. Детство папы выпало на военные и послевоенные тяжелые годы. Но несмотря ни на что, бабушка и дедушка дали достойное образование всем своим детям. Тяга к знаниям и любовь к книгам сопровождала нашего отца до конца его жизни. В 1954 году, окончив успешно школу, папа поступает в СКИЦ, Самаркандский кооперативный институт Центра Союза, на технологическое отделение. А после окончания работает замначальником облпотребсоюза города Самарканда, где ему было доверено строительство ресторана «Юнтус». Вскоре папа встречает нашу маму, Абрамову Светлану, дочь Оснат и Уриэль Абрамовых. На первом же свидании папа делает маме предложение выйти за него замуж, и мама принимает его. Он покорил ее своей эрудицией, высокой интеллектуальностью и статностью. Молодые люди полюбили друг друга, и вскоре родители сыграли им пышную свадьбу. В их сердца пришла большая любовь, которую они понесли через всю свою жизнь.